Зараз рибу ловити. Ей, так. Вот такой красавец аист прилетает к рыбакам на набережную в городе Кременчуг, чтобы они его покормили рыбой. Он совсем ручной, их не боится, близко подходит, а зовут его Гриша. Очень красивая птица, очень крупная, очень интересно наблюдать. Вот Гриша получил очередную рыбку, выпросил, молодец. И вот еще одна порция рыбки. Хочется сказать, что рыба здесь клюет хорошо. Рыбаки говорят, что можно за раз поймать 3-6 килограмм рыбы. Так что аисту, конечно, есть здесь чем поживиться. Вот вы видите, как совсем близко подходит к рыбакам. Очень смелый аист и очень красивый. Вот такое чудо природы прямо в центре города. Так что приезжайте в город Кременчуг, и может и вам повезет, и вы увидите эту красивую птицу совсем близко с людьми. И может дадите даже ему рыбку, если поймаете. Приятного вам просмотра и интересных отдыхов.